Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы в городе Камышин, Волгоградская область. Старина мы, сегодня она будет не такая длинная, поэтому подключайтесь. Такие у нас сегодня красивые матаджи с красивыми гирляндами. Жанар на праву, сегодня киртания. Вода хорошая. Напишите, пожалуйста, в чат, кто смотрит, как нас слышно, видно, все ли хорошо. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
так остановиться, они мимо тебя проходят. Понимаешь, смотри. Сегодня Харинама в Камышине. Это город Джанардна Прабу. Здесь родился. Сегодня погода такая хорошая. И город очень хороший, очень красивый. Праздником! Hare Krishna, Hare Krishna, а потом так отгоняет. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Город Камышин на реке Волга. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah.
Krishna, Hare Hare.
Пожалуйста, дайте обратную связь, как слышно, как сигнал. Памятник Моресьеву, Алексею. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Вот он какой красивый город Камышин. Родина Алексея Моресева и Джанардана Прабху.
Hare
Krishna, 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 Hare Hare. Hey, Namo, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hey, Rambo, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hey, Rambo, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you.
Thank you.
Давайте немножечко похлопаем этим молодым девушкам и юношам. Мы хотели бы несколько слов буквально сказать о том, что это за праздник. Этот праздник называется Харинама, это древний праздник воспевания святых имен. Говорится, что у Бога, у него огромное количество имен. Кто-то называет его Христос, кто-то называет его Аллах, кто-то называет его Будда и так далее. Но важно понять то, что Бог, Он один. Как знаете, как говорится, на небе солнце, оно одно, да? Но в разных странах его называют по-разному.
Поэтому во всех священных писаниях мира говорится то, что мы с вами являемся детьми Бога, да? И у нас нет причин для вражды, для какой-то, каких-то войн, да? Мы видим, что в мире постоянно происходят какие-то войны, какие-то конфликты, да? Кто-то думает, что вот я богатый, а кто-то думает, я бедный, кто-то думает, я русский, кто-то говорит, я там американец или китаец, да? Но на самом деле мы все с вами являемся духовными существами. Мы все с вами духовные существа, и у нас один источник, один Господь наш, да? Поэтому мы можем служить Ему вне зависимости от нашей национальности, от нашего возраста, от нашего пола, да? Это очень радостный процесс. Поэтому вот этот праздник, он призван напомнить людям о Боге, да? Вы можете воспевать святые имена Бога в той традиции, в которой нравится, может быть, в христианской традиции или в мусульманской традиции. Это особо не принципиально. Но почему мы делаем это? Буквально пару слов. Почему мы это делаем? Стремиться к счастью? Поднимите руку, пожалуйста. Все стремятся к счастью, да? Это наше законное право. Но смотрите, сейчас в наше время люди путают, где же настоящее счастье. Кто-то думает, что счастье, вот будет у меня много денег и буду счастливым, да? Кто-то думает, вот будет у меня муж или жена, и тогда буду счастливым. Кто-то думает, вот достигнем, знаете, карьерного роста или еще что-то. Но мы видим, что много людей есть, много богатых людей, много знаменитых людей на земле. Есть люди, у которых есть все, да? Но при этом они остаются несчастными. Точно так же к ним приходят болезни, точно так же к ним приходит старость, да? Какие-то беспокойства с близкими людьми, которые не зависят, вот понимаете, не зависят от каких-то вот наших регалий, да, или от количества богатства. Поэтому настоящее счастье, оно имеет духовную природу, оно находится прямо в нашем сердце. И когда мы молимся Господу Богу, да, то мы начинаем чувствовать это счастье. Мы начинаем чувствовать связь с Богом. Сейчас мы забыли просто о Боге, да. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание. Мы просто хотели немножечко внести такого позитивного настроения. Вот, прославили Господа. Вот это очень радостный такой позитивный процесс. Вот, спасибо вам большое. Мы желаем вам счастья, здоровья всем вам и вашим близким. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. Молодцы, мальчишки! Просад есть? Вот наши герои. Можно чуть-чуть. Хотите с нами стыкать? Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Добрый день. Харе Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Привет, да можно просто идти, что вы это? И вот мы идем уже. Да можно просто уже так вот так. Свободная программа. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Рама Рама, Харе Харе. Добрый день. Пошли. Да. А кто сюда? Да. Не Кришна, тот поворот, не тот поворот. Кришна, Кришна, Харе Харе. Что ты пошел туда? Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе. Да что ж, туда пойдем. Мы с тобой были, туда идем. Это продолжать дальше, снимать дальше. Все, можно. Все, заканчиваем. Да, дорогие друзья. Всем.